Йо-хо-хо, ребята, Ёж на связи. Сегодня у нас обнова ту-ту-ту подъезжает. Наконец-то в игру воткнули. Сейчас мы с вами посмотрим, как это выглядит в игре. Это вот у нас броня из дорожных знаков и броня, обычная деревянная броня. Два вида брони существует, но у нас существует три вида разных лошадей. Здесь у нас Болануй. Дальше посмотрим, идет красный Руан. И еще один мы глянем сейчас, серый в яблоках. В зависимости от рода коня, там также различается максимальная скорость, выносливость, здоровье у всех одинаково. А также появились у нас два вида подков. Такие вот VIP-подковы и обычные подковы. В общем, блатные подковы дают максимальную скорость, увеличивают. И обычные тоже немного увеличивают. Дальше, смотрите, я закинул сюда сумку, и увеличивается размер ящичка. То есть, если одна сумка увеличивается на определенное количество ячеек, еще одну кидаем, еще на определенное количество ячеек увеличивается вместимость лошади. Это прикольно. Ха-ха. Так, давайте идем дальше. Вот, обычная, смотрите, вот настолько увеличивает. Закинул я подкову и закинул сюда мешочек. Классно сделали, прикольненько все это смотрится. Вот так вот без брони выглядит, и вот так вот с броней выглядит. Классно, ну смотрится, конечно, дорожными знаками прикольно. Идем дальше, Тесла-ловушка, крепится она на стену дома. Также соединяется с помощью выключателя, можете напрямую включить. Вот я поставил сейчас саму, собственно говоря, ловушку, выключатель, и сейчас соединю с генератором, и посмотрим, как же это работает. Уже не терпится, так, куда-сюда, вот. Генератор у меня, кажется, заправлен или нет? Нет, не заправлен. Дайте токов, я сказал. Или я тихо сказал. Ха-ха, сейчас заведем. Бом-бом-бом, воу-воу-воу, бомбалейла, осторожно, осторожно. Вот это фаер. Воу-воу-воу, полегче, друзья. Вот это электричество. Ха-ха, классно. В общем, останутся от вас только рожки да ножки. Я думаю, эту штуку можно повесить по периметру вашего дома. И тем временем она разрушается. То есть, если она будет постоянно работать, то, скорее всего, она сломается. Видели там здоровье? ХПшечка есть. Она ломается. Так что использовать ее постоянно не получится. Только когда, например, рейдеры на вас нападут, а у вас дом обложен такими вот Тесла-ловушками. Будет прям клево, все просто-напросто сгорят. Че, ну да ладно, давайте оставим ловушку. Да, действительно, там здоровье у нее есть. Ну что, пришло время смотреть на спальный мешок. Можно теперь ставить отметочки. Смотрите, оба-на! Желтый маркер. Яндекс.Лошадь, что ли? Прикольно. Можете отметку, где вы стоите, например, отметочку ставить. Ну, килл прописываем теперь не просто спальный мешок, а экран смерти появился. А здесь мы видим спальный мешок мой лежит. То есть, сколько вы мешков поставите, например, 3, и в тех местах, где поставили, будут отметки. И показано все. Также есть расстояние. Наверху смотрите, сколько вы выжили в времени и расстояние того, в общем, если вас убьют, там будет видно, на каком расстоянии это сделали. На этом все. Увидимся. Пока. Бу.